Всем привет, с меня Виолетта, и это видео о всей моей коллекции раскрасок антистресс, уже вторая часть. Ссылочку на первую часть я оставлю внизу в описании. Кстати, там же вы найдете все ссылки на мои соцсети, а также ссылочки на другие интересные видео, поэтому обязательно загляните в описание. Оттягивать не будем и сразу же приступим к просмотру моей коллекции раскрасок. Начнем мы с этих двух раскрасочек. Это цветочный рай, здесь, соответственно, цветы. А вторая раскрасочка с узорами называется на индийские мотивы. Плюсы этой серии в том, что здесь довольно удобно раскрашивать из-за наличия спирали или пружины. Я, честно, в этом не особо разбираюсь, но детали здесь очень-очень мелкие, но вы можете сами заметить, что раскрашивать это довольно тяжело и долго. Но бумага здесь довольно хорошая, поэтому можно использовать разные виды материалов. Из-за этого вы не привязаны, там, допустим, только к карандашам. Но эта серия мне не очень нравится, потому что все-таки эти детали оказались не по мне. Хотя я люблю мелкотню всякую раскрашивать, но, как выяснилось, не всю. Следующая серия, которую я хочу вам показать, это раскрасочки от издательства «Речь». Вот эти 5 я покупала набором, комплектом, и вот эту мне подарили. Раскраска называется «Прятки-загадки». Смысл в том, что здесь на каждой страничке, ну, в основном здесь идут развороты, здесь на каждом развороте, на каждой иллюстрации прячется животное, его как бы не всегда можно сразу легко заметить, то есть здесь вот эту мышку было не видно. Вот здесь тоже, ну, вы поняли, здесь нужно не просто раскрасить, а еще найти кого-то, кто здесь спрятан. Например, вот на этом развороте можете поискать. Моя любимая раскрасочка из этой серии — это «Прекрасные незнакомки». Я думаю, многим она нравится, так как здесь великолепные девушки. Ну, не только великолепные, конечно, но в целом довольно симпатичные портреты и не только. Такая девчачья немножко раскраска, но мне она очень нравится. Раскраска «Лес чародей». Она чем-то похожа на «Прятки-загадки», по-моему. А, нет, не от того же автора. Здесь довольно много разных деталей на каждом развороте. Просто целая куча элементов, которые нужно раскрасить, но в целом должно это получиться довольно симпатично. Раскраска «Птицы счастья». Вот ее как раз-таки нарисовал автор раскраски «Прятки-загадки». Но здесь некоторые развороты совсем-совсем пустые, а некоторые заполнены даже больше, чем нужно. Но в целом раскрашивать довольно интересно. Раскрасочка «Волшебные цветы». Здесь, соответственно, мы можем найти прекрасные ботанические произведения искусства. Но мне нравится эта раскраска. Вообще, мне эта серия нравится, и последняя раскраска — это «Подводное царство». Я люблю морскую тематику, тут тоже интересные картинки. Вот они некоторые немного детские, то есть животные, допустим, изображены немножечко в таком своеобразном стиле, да, вот посмотрите на этого краба. Реалистичностью здесь не пахнет, но, тем не менее, все равно какие-то добрые, такие позитивные иллюстрации. Раскрасочки от «Мифа». Это, конечно, не все, которые у меня есть, но вот часть. «Снежинка, ракушка, звезда». В конце здесь есть задания. То есть такие, допустим, для каждой цифры вам нужно выбрать свой цвет и вот эти клеточки раскрасить в соответствии с этим цветом. Здесь нужно было соединить по цифрам, здесь какая-то игра, ну и так далее. То есть в конце даны какие-то именно задания, игры, что-то для развития вашего мозга. А в начале просто геометрические узоры, фигуры, какие-то вот такие витиеватые картиночки, которые довольно интересно раскрашивать, но это, конечно, на любителя. Я очень люблю узоры, поэтому эта раскраска мне нравится, хотя я ее очень редко раскрашиваю. Стив Макдональд, удивительная коллекция. У меня от Стива Макдональда есть только эта раскраска. У него есть еще удивительные города и удивительные строения, по-моему, как-то так. Вот, мне нравится вот эта раскраска именно из всех его трех.
Мне нравится, что здесь на каждой странице очень много какого-то одного элемента. Я люблю такое раскрашивать, на самом деле, но в этой раскраске, к сожалению, мне раскрашено совсем-совсем немного, буквально там пару страниц. Вот, но мне очень нравится эта раскраска. Обязательно когда-нибудь к ней еще вернусь. И раскраска «Творческий приступ», которая почему-то нравится всем моим подружкам. Вот они прям ее обожают. Я не знаю, почему. Здесь довольно милый котик, конечно, везде есть девушка. Детали довольно крупные, но не знаю. Мне эта раскраска как бы вроде и нравится, и покупала я ее, потому что я ее очень сильно хотела, но при этом сейчас она мне не вызывает какого-то восторга. Вот, но все равно раскраска неплохая. Раскрасочки о путешествиях. Лиззи Мэри Каллен «Магия городов». Здесь в соответствующем стиле Лиззи Мэри Каллен изображены разные города, какие-то достопримечательности. У меня эта раскраска появилась очень давно, здесь я раскрашивала не очень-то симпатично, и как-то, честно говоря, стиль не совсем мой, поэтому в этой раскраске у меня не так много раскрашенных работ. Я не очень люблю раскрашивать строения, дома и так далее, не знаю, это как-то не совсем мое. Архитектура тяжело мне дается. Раскраска Линды Тейлор «Чудесный мир путешествий». Здесь абсолютно разные иллюстрации, то есть есть что-то вот из раскраски путешествия, о которой я рассказывала в первой части, есть какие-то узоры, есть те же самые дома, но они здесь в таком сюрреалистичном стиле, поэтому их раскрашивать не так страшно. Также очень много картинок на морскую тему. Мне нравятся вот подобные иллюстрации. Не знаю, как-то они прям особенно вдохновляющие. Также есть достопримечательности и прочее, что ассоциируется у людей с той или иной страной, поэтому, ну или с путешествиями в целом, поэтому раскраска интересная. Я вообще обожаю путешествовать, и раскраски на тему путешествия мне тоже очень нравятся. Волшебное путешествие по Европе. Здесь стран... разделываем по странам. То есть, вот это у нас была Германия, это у нас Скандинавия, моя любимая вообще просто. И здесь, по-моему, 7 разделов на страны. В целом, довольно-таки интересно, много чего можно раскрасить. Поэтому, если вы что-то такое любите, как я, то советую эту раскраску. Кстати, нарисовали ее 4 автора, и поэтому стиль здесь довольно разнообразный. Вот они представлены, ну, с примерами. Раньше мне не нравился стиль Александры Архиповой, но сейчас я поняла, что мне нравится вообще вся эта раскраска. Вот это, я так понимаю, стиль Александры. Но в целом действительно все равно интересно раскрашивать каждую из этих картинок. Я надеюсь, что когда-нибудь у меня будет очень-очень много времени, я смогу раскрашивать все раскраски, которые я 1000 лет просто уже не раскрашивала. 3 раскрасочки по сказкам. Это 2 книжечки от Томоко Тосиро «Сказочные принцессы и феи». Здесь у нас даны, соответственно, сказки. В конце там перечень их есть, и также на некоторых разворотах подписано, к какой тематике относится та или иная иллюстрация. Ну или вообще целый раздел. Сказки здесь есть как популярные, так и не очень. И в целом стиль Томоко Тосиро довольно интересный. Правда, очень много мелких деталей. То есть вот это все прокрашивать довольно тяжело. Но если вы любите мелкотню, то, думаю, вам понравится. И «Сказочная красота» в таком же стиле. Здесь тоже сказки, но здесь уже более популярные сказки на самом деле, по-моему. Но есть, конечно, тоже такие не самые известные. Но в конце, опять же, дан весь перечень и краткое содержание. Вот, ну, чтобы вы вообще понимали, что к чему здесь, зачем и как. Раскраска Эмили Шен «Цветная страна чудес». Тоже одна из самых-самых стареньких у меня раскрасочек. По Алисе в «Стране чудес», соответственно. Вот, ну, такие здесь картиночки есть, странные стишочки, тарелочки такие с кексиками довольно популярные, то есть здесь их прям очень много, и они повторяются из картинки в картинку. Бумага здесь не самая качественная, немножечко странная она на ощупь, но, тем не менее,
картинки. Некоторые довольно симпатичные, их можно раскрасить. Я думаю, что когда-нибудь все равно вернусь к этой раскраске, пару работ еще сделаю, потому что есть те картинки, которые мне нравятся. Еще парочка раскрасок от Мифа. Это «Нетронутая красота» художницы Клэр Скалли. Здесь довольно реалистичные животные, но в таком, как бы, они при этом и реалистичны, и в сюрреалистичном зендудлинге нарисованы. И потрясающие пейзажи здесь есть. Встречаются несколько таких разворотов, картинок. Можно спокойно что-то тут раскрасить пастелью, допустим. Мне нравится здесь пастелью раскрашивать, но этот разворот не могу назвать его удачным. Вот. Юля Булит тоже здесь пастелью раскрашивала. В принципе, раскраска довольно интересная. Я люблю раскрашивать животных, и мне очень нравится такой стиль. Но, к сожалению, опять же, здесь раскрашено совсем немного картинок. Надеюсь, что я это исправлю. Ангелика Штабнер, «Неведомый мир». Здесь уже в таком более мультяшном, каком-то милашном стиле нарисованы работы. Смотрите, какие милые вот лягушатки. Лягушатки, такое слово, конечно, я придумала, молодец. А здесь вот феечки, эльфики, какие-то вот домики, очень милые, уютные. То есть раскраска такая, опять же, добрая, позитивная, хорошая, не знаю, мне нравится. Но здесь тоже довольно много однообразных, мелких деталей, которые будет, наверное, скучновато кому-то раскрашивать, но мне нормальные. Но здесь раскрашено, опять-таки, немного. Вот. Ну, у меня раскрасок очень много, и какие-то из них я раскрашиваю постоянно, какие-то не раскрашиваю от слова совсем. Книжечки в твердом переплете. Василиса Володина «Измени свою судьбу». Здесь в раскраске есть, так скажем, подсказки, я не знаю, как это назвать, то есть, допустим, здесь картинка со львами, и вот там есть такой значок, вот первый, вот второй, и мы должны в конце посмотреть, что они обозначают, то есть один обозначает планету, другой обозначает знак зодиака, но как бы тут прикол в том, что, допустим, знак зодиака, я знаю, как они обозначаются, но планеты я не знаю. Мне приходится каждый раз гуглить, чтобы узнать, какая это планета, и какими цветами нам Василиса Володина предлагает раскрасить эту иллюстрацию. Картинки здесь на любителя, но я люблю тематику, как бы, знаков зодиака, астрологии, поэтому мне хотелось эту раскраску купить. Плюс она стоила совсем недорого. Я на Book 24 по какой-то большой скидке покупала. Поэтому не жалею. В принципе, такие вот книжки старые, их можно сейчас урвать за очень хорошую цену. Поэтому, если вам они нравятся, то ищите где-нибудь с большими скидками. Две раскрасочки Олеси Вакуленко. Украинский мифосвит. Мифосвит. Украинский мифомир. Здесь очень классная иллюстрация. Мне безумно нравится стиль этой художницы. И также мне нравится тема, на которой она рисует. То есть здесь у нас даже подписаны, в общем-то, существа, которые нарисованы. И праздники, по-моему, подписаны. Ну, если там какой-то праздник. В общем, интересно, на мой взгляд, раскрасочка. И вторая раскраска — это «Я люблю Украину». Здесь украинские тоже какие-то народные мотивы. Тоже, мне кажется, это классно. Классно, что есть такие раскраски. Я потому что себе очень хотела такую. Здесь у меня раскрашен разворот, кстати, с вот, Украиной. Ну, как флаг Украины и как флаг Беларуси. Так что вот. Ну, такая раскраска интересная. Если у вас есть возможность, то посмотрите как-нибудь, полистайте. Мне кажется, интересные раскраски. «Сад радости земных». Не так давно у меня был обзор на эту раскраску. Здесь есть разделение по временам года на, соответственно, зиму, весну, лето, осень. И сами картинки, они на любителя, конечно, но мне нравятся. Правда, я почти не раскрашивала, опять-таки, эту раскраску, но
Мне нравится, как она нарисована. Раньше я, кстати, ее не очень любила, но потом пересмотрела свое мнение, все-таки я ее люблю. Если я не ошибаюсь, то две эти раскраски одного автора, Ричард Мэрит. У него также есть другие раскраски, допустим, из серии, знаете, в таких твердых обложках у Стрекозы выходит, там, цветотерапия, книга-раскраска, вот так они называются, и там с разными обложками, мандала, котик там какой-то, цвет, и так далее. По-моему, тоже его частичная иллюстрация, может быть, даже все. Но сейчас не об этом. Раскрасочка «Дудла магия животных», она мне безумно нравится, я очень люблю вот такой стиль зендудлинга, когда животное можно раскрасить, ну, вот как я улитку, допустим, раскрасила, то есть я получила супер антистресс, но при этом, так, а где улитка? Только же вам показывала. Но при этом она получается довольно симпатично, хотя здесь использовала не так много цветов, то есть реалистичностью, конечно, здесь не пахнет, но мне нравится вот так раскрашивать. И вторая раскраска, мне ее привезла моя подруга с Кипра. По-моему, она переводится как там что-то аква-раскраска, что-то похожее. Вот еще из этой серии есть с птицами, и это, по-моему, как раз вот животные, только с другой обложечкой, если я не ошибаюсь. Здесь, соответственно, морские обитатели. У них, у некоторых раскрашены водоросли, допустим, да, черно-белые. И какой-то фон сделан. Ну, такой. Вот здесь, в этой раскраске черно-белый. В некоторых раскрасках вообще он цветной. Извиняюсь за тряску штатива. Надеюсь, такого больше не повторится. Разбавим немножечко обстановочку иностранными раскрасками. Раскраска Лея или Лея Милендреса Эксплораториум. Я ее, кстати, на Озоне покупала. Если вдруг кому-то интересно, на Озоне тоже есть иностранные раскраски. Время от времени они там появляются. Здесь очень много элементов на каждой странице. Иногда даже тяжело понять вообще, что куда относится. Есть еще одна раскраска этого иллюстратора в серии Зифлина от Мифа. У меня она тоже есть, я вам позже покажу. Ну, тяжело такое, конечно, раскрашивать, зато получается довольно симпатично. Но у меня постоянная проблема, вот как раскрасить всех этих монстриков, дудликов. То есть для меня это тяжело. Они такие, кстати, милые, посмотрите просто. Но раскрашивать их не всегда просто. Но зато интересно. Раскраска кошки. Здесь в конце даны все развороты, которые здесь встречаются. Но я покажу вам их вот так, в большом виде. Я ее покупала за какую-то чисто символическую цену, ну, для иностранной раскраски, на Юле. Поэтому даже вот в таких интернет-магазинах можно найти себе что-нибудь интересненькое. Раскрасочка «Каждая маленькая вещь». Я ее, по-моему, тоже на Озоне брала. У меня просто раньше на Озоне часто были сертификаты, и я многие раскраски покупала вот за сертификаты, там искала. Такой летний разворот, кстати, можно будет его попытаться раскрасить. Следующие раскраски я покупала в Испании, поэтому, честно говоря, даже не знаю, где их можно купить, но если вы захотите найти, думаю, найдете. Раскрасочка «Скрытая природа». Она на склейке, это меня немножечко расстраивает, но мне нравится стиль, в котором она нарисована. Он, опять же, такой сюрреалистичный, но довольно милый. Вот здесь у меня одна работа из всего сделана, но я надеюсь, что будет у меня время еще покрасить. Я, в принципе, не переживаю, что я там не закончу все свои раскраски, то есть для меня это не проблема. Я, если хочу проскрашивать, то я проскрашиваю, поэтому ничего страшного, что у меня много раскрасок, которые по одной, по две работы сделаны. Раскрасочка «Мечта», ну или «Сон». Она мне навевает какие-то такие скандинавские мотивы, потому что она уютная, она какая-то такая прям... Ну, я не знаю, как сказать, вот это слово «хюгге» у меня ассоциируется с этой раскраской. И у меня почему-то возникают ассоциации именно с какой-то вот Скандинавии. Здесь есть вставки цветные. Это довольно интересно, так вдохновляет. Каждый раз думаю, что я помяла раскраску.
Ну, такая интересная раскрасочка, на мой взгляд. Но, к сожалению, тоже здесь мало совсем раскрашено. Изабель Аленде. У меня есть еще к этой раскраске закладка. Там в комплекте была, но она сейчас убрана далеко. Здесь тоже такой своеобразный стиль, но я взяла эту книжку чисто, чтобы потом не пожалеть, что я ее не купила. И я очень редко, когда жалею, что я купила раскраску. Это, кстати, не тот случай. Здесь рассказана то ли какая-то история, то ли что-то еще. Честно говоря, я даже не знаю, кто такая Изабель Аленде, почему раскраска так называется. Вот, может быть, когда-нибудь я это переведу, узнаю. Здесь у меня разворот такой вдохновляющий. Ну, вот как-то так. Одна из моих самых любимых раскрасок просто. Это Скандинавия. Такая обложечка здесь интересная. Я обожаю, как я уже миллион просто раз сказала, Скандинавию, скандинавские какие-то мотивы, узоры, тематики. Поэтому эта раскраска мне очень нравится. Здесь стиль вот прям яблочко. То, что мне нравится, то, что я очень-очень люблю. И поэтому эта раскраска, конечно, занимает одно из лидирующих мест в моей коллекции. И раскраска города. Ну, обычно такая стоковая раскрасочка. Она совсем была недорогая. И я ее взяла, ну, просто на память. Также мне здесь понравились, как изображены города. То есть вот такие домики в скетч-стиле каком-то. Их, мне кажется, легко раскрашивать маркерами. У меня здесь одна работа маркерами раскрашена. Вот. И я планирую раскрашивать еще. То есть, ну, это было очень легко и просто вот так раскрасить. Все просвечивает, кстати, очень классно, обожаю. Но при этом выглядит довольно симпатично, как я считаю. Раскраски по книгам, фильмам и сериалам. «Доктор Кто» от BBC. Я не смотрела ни один из этих фильмов-сериалов, к сожалению, или к счастью, не знаю. Но, думаю, фанаты каждого из этих произведений оценят такие раскраски. Мне они просто понравились своим стилем каким-то, поэтому я их и взяла. «Мир Толкина». Я думаю, это довольно популярная раскраска, ну, как, не знаю, как мне кажется. Здесь два иллюстратора участвовали в ее создании. И, в принципе, заметно, да, когда стиль отличается. То есть... Мне это нравится. Мне нравится, когда несколько иллюстраторов трудятся над одной книгой, сразу как-то интереснее раскрашивать, потому что вроде один стиль надоел, зато можно раскрашивать что-то другое. При этом раскраска заполняется, все здорово, классно. «Кассандра Клэр. Сумеречные охотники». Я слышала, что в нашей русской версии не хватает одной картинки, которая есть в иностранном издании. Честно говоря, я рада, на самом деле, что ее нет. Я просто не очень люблю такое раскрашивать. Вот, ну, кто знает, тот поймет. Здесь мне нравятся картинки именно такие... Вот подобные тематики. В принципе, я эту раскраску брала, потому что она такая аниме-стиль. У меня не так много таких раскрасок, здесь довольно много романтичных каких-то иллюстраций. Вот, я очень люблю раскрашивать какие-то романтичные картиночки. Сама я по натуре такая. Раскраска «Шерлок. Чертоги разума». Тоже сериал не смотрела, но, кстати, планирую. Вот, многие жалуются, что здесь тяжело вот эти тени убирать. Как, даже не тень, а намек на тень, что ли. Но я пока вот лица здесь не раскрашивала, поэтому ничего сказать не могу. Мне вот эта стена нравится, кирпичная. Я вот люблю такое монотонное красить. Вот, ну посмотрим. Посмотрим. Пока здесь одна картинка. «Игра престолов». У меня только вот одна раскраска из «Игры престолов», и я ее раскрашиваю, ну, так, как хочу, в принципе, потому что я не смотрела, опять же, я не знаю, что там, как должно быть, поэтому никакой реалистичностью здесь у меня не пахнет. Но в целом, мне кажется, фанаты точно оценят и эту раскраску. Есть еще такая большая, там уже она по сериалу именно идет, это, я так понимаю, по книге. «Волшебный мир Средиземья». Здесь «Хоббит» произведение.
Я смотрела, кстати, «Хоббита», вот, но я вообще практически ничего там не помню, потому что смотрела в детстве, у меня папа большой фанат «Хоббита» и вообще, в принципе, Толкина. Ну, как-то вот так. Здесь тоже, кстати, раскрашена одна картинка. Не знаю, смотрю, как все раскрашивают, тоже хочется пораскрашивать. В итоге потом открываю раскраску, думаю, да как это красить-то? И вот так все откладываю на потом. И раскраска «Фантастические существа», она такая прям большая, красивая. Я не уверена, что это по какому-то произведению, мне кажется, это просто «Фантастические существа». Они поделены на стихии. Вот. И также они все здесь описаны, то есть вот есть страничка, да, то есть у нас вот здесь гидра, сзади про нее будет сказано, что вообще она, кто она и так далее. Вот на некоторых иллюстрациях несколько вот таких животных существ, на некоторых там по одному, ну. Для любителей вот чего-то такого, это, конечно, здорово, интересно. Мне нравится оформление, мне нравится стиль, но такую тему я не очень люблю, поэтому не раскрашиваю. То есть у меня здесь одна работа сделана, и мне этого достаточно. Но обязательно я потом когда-нибудь еще хотя бы одну работу, наверное, сделаю. Но это не точно. Большая серия раскрасок от Эксмо квадратного формата. Новогодняя раскраска «Сказка». Советую вам приобрести, если вы любитель тематических картинок, в том числе новогодних, зимних, рождественских и так далее. Я на Новый год здесь сделала довольно много работ. И мне нравится здесь красить акварелью, гуашью, вот чем-то таким, акрилом, в принципе, даже. Фломастеры здесь я не так часто использую. Картинки, конечно, стоковые, есть и в других раскрасках, но, тем не менее, поднимает настроение довольно-таки хорошо. И со своей задачей наполнить зиму каким-то волшебством вполне справляется. Раскраска «Единороги». Для всех любителей этих мифических существ тоже рекомендую. Они здесь в абсолютно разных стилях. И есть довольно милые, есть какие-то более реалистичные, есть совсем-совсем что-то сказочное, есть дудлинговые, есть даже детские работы, но в целом интересная раскраска, могу посоветовать. «Кактус Пати», мне очень нравится эта книжечка. Если вам тоже нравятся, опять же, кактусы, суккуленты, то здесь они в разных абсолютно видах, формах, цветах, если вам вздумается раскрасить их как-то интересненько, необычненько. Мне очень нравится эта раскраска, то есть вот чего-то такого мне давно не хватает у Эксмо, потому что сейчас то, что выходит, это, конечно, без комментариев. Даже вот такие раскраски были намного лучше, хотя тоже стоковое изображение, тоже это все не самого лучшего качества, но тем не менее. Ну, драма Color Llama, здесь все то же самое, но ламы. Очень-очень много лам в разных стилях. Мне нравятся чуть ли не все. Я люблю лам, и вот в этой раскраске мне нравится, как они все тут нарисованы. Самое главное, что не надоедает это раскрашивать, даже есть вот тематические какие-то картинки к, например, Новому году. Самая уютная раскраска Хьюги, я думаю, все про нее знают, я ее обожаю. Потому что Хьюги это, ну что, это у нас уют, это у нас какая-то волшебная атмосфера, это у нас все вот такое классное. Опять же, новогодние картинки здесь есть осенние, есть просто какие-то милые, уютные. Поэтому, думаю, каждый здесь найдет что-то для себя. Две не очень позитивные раскраски. Была еще у меня третья, но мне она совсем не понравилась, это... «Послать все на» и «Как все задолбало». «Как все задолбало», кстати, поинтереснее на самом деле вышло. Здесь фразочки, конечно, жизненные, но вот мне именно по рисункам нравится вот эта раскраска из трех частей больше всех. «Послать все на», она вот немножечко проигрывает, на мой взгляд. А первая, не помню даже, как она называется, она и вовсе мне не понравилась. Вот, сейчас еще что-то там вышло, но мне кажется, перебор уже вот таких раскрасок. Они не самые позитивные, я такое не сказать, что люблю раскрашивать.
Вот, но как все задолбало, мне понравилось. Вот, если вам нравится что-то такое довольно грубое, то как все задолбало, мне кажется, получше будет. Раскраска вирусы. Я как биолог истинный обожаю эту книжку. Мне нравится то, что здесь есть какая-то информация, пусть она совсем-совсем сжатая, но тем не менее хоть какое-то небольшое просвещение присутствует. Вот. Ну, для меня представляет интерес именно с точки зрения вау, бактерии, вирусы, прикольно. То есть так. Художественной ценности эта раскраска, конечно, не несет. В мире геометрических метаморфоз, пожалуй, самая странная раскраска с узорами в моей коллекции, потому что они здесь, ну, действительно странные, на любителя. И я не могу сказать, что я являюсь таким уж любителем-ценителем. Вот, в целом, раскрашивать, конечно, такое можно, но довольно сложно. И две раскрасочки Сары Муцио. Это «Путешествие среди созвездий» и «Сад камней». Вот, начнем с «Сада камней». Здесь японская такая восточная тематика. Всякие картиночки интересные. То есть, они как бы как построены. То есть, допустим, ну, тынь-янь, да? И он в таком своеобразном стиле Сары Муцио с всякими дудлингами. Но в целом, мне кажется, и раскрасочки интересные, и результат довольно интересный получается. У этого автора есть еще раскраски там по типу «За леопардом в джунгли», «За стрекозой волшебный сад» и так далее. Вот, с одной стороны, мне нравятся эти раскраски, с другой стороны, я понимаю, как редко я буду их красить, и, наверное, не настолько уж они мне сильно нужны. Вот, но если я их увижу где-то по очень-очень выгодной цене, думаю, прихвачу парочку. И раскраска «Путешествие среди созвездий», она мне нравится чем? Конечно же, моей любимой астрологической темой. Здесь созвездия даны. Такой же, ну как, довольно легко такое раскрашивать, по крайней мере, для меня. Вот я здесь раскрасила свой знак зодиака, потому что у меня довольно часто спрашивают. И, не знаю, мне нравится, что здесь есть какое-то такое небольшое описание. Не знаю, для меня это интересно, я такое люблю. Всем известная Джоанна Бесфорд, я думаю, тут даже говорить особо нечего. «Таинственный сад», ее первая раскраска. Я не очень люблю цветы, вот именно как они в этой раскраске нарисованы, и насекомых, поэтому эта книжка мне не сказать, что шибко нравится, но раскрашенная работа здесь есть, потому что она появилась довольно-таки давно, покупалась достаточно давно. И в тот момент я раскрашивала все свои раскраски, у меня было много времени и мало раскрасок. «Зачарованный лес» — это была моя первая раскраска Джоанны, поэтому здесь вообще пол раскраски, наверное, выполнена работа, половина раскраски. Я уже все устала. Вторая часть тоже довольно-таки сложная. Но раскрашено здесь, конечно, не очень как-то симпатично. Фломастеры полосят, да и вообще цветовые сочетания тоже немножко страдают. Иногда и не немножко. «Затерянный океан» — моя любимая водная тематика, мои любимые мелкие детальки. Я надеюсь, что вот совсем скоро я сдам экзамены, выполню все свои планы по раскраскам и вернусь к этой замечательной книжке. Потому что я давно-давно обещаю себе, что я раскрашу здесь какие-то работы, я сделаю здесь там пару разворотов, но, к сожалению, все оттягиваю и не могу выделить достаточно времени на эту раскраску. «Удивительные джунгли» — здесь уже получше качество бумаги и поинтереснее картинки, на мой взгляд. Они у меня получаются все какие-то более-менее однообразные, то есть там везде желтый, розовый, зеленый, оранжевый, то есть все. Но мне все равно очень нравится эта раскраска. Я помню, как долго ее хотела, и была очень рада, что она у меня появилась. «Рождественские чудеса» — это вообще моя огромная любовь. Я каждый год ее раскрашиваю, практически каждый год зимой. Здесь не так много работы, я боюсь как-то случайно закончить эту раскраску. Не знаю, для меня как-то жалко, что ли, ее заканчивать. Но достаточно еще здесь картинок, и каждый год у меня не так уж много их прибавляется, буквально там работы 3. Надеюсь, что мне еще надолго ее хватит, потому что я очень ее люблю. И вот эта раскраска мне прям
запала в душу. Айви чернильная бабочка. Ну, здесь, соответственно, все знают, что у нас есть история про девочку по имени Айви. И картинки, как в сказке, то есть они соответствуют тому, что рассказано на этой страничке. Ну, здесь, правда, бумага уже немножко похуже, ее раскрашивать не всегда знаешь чем. Раскраска «Мир цветов» — одна из таких самых последних, самых новых раскрасок Джоанны. Ну, здесь уже как-то все банально, как по мне, те же самые цветы. Конечно, видно, что Джоанна, когда растет в сфере раскрашивания, рисования, почему раскрашивание, рисование книг своих, но как-то уже поднадоедает, если честно, все становится однообразнее. Хотя появляются новые какие-то сюжеты, новые цветы, новые герои, но мне кажется, это уже всем приелось. И в этом году вышло «Как нарисовать чернильную страну чудес», в этом году, я имею в виду, в учебном году. Не знаю, здесь вообще это... Многие даже не считают это за раскраску. Я, конечно, считаю. Вот, здесь нас Джоанна учит рисовать. Хотя, мне кажется, все фанаты Джоанны уже умеют рисовать ее картинки, потому что, ну, это несложно отследить. Там, в Инстаграме, еще где-то. Но, тем не менее, вот, издали вот такую книжечку. Вот, но здесь есть все равно, что проскрашивать, поэтому я ее купила. Милли Маротта. Один из иллюстраторов, которых я раньше очень сильно любила. У меня ее раскрасок 5. Есть еще 6-я, которая сборник всех 5. То есть там любимые работы из каждой раскраски. И вроде как в этом году должна выйти новая раскраска. Я надеюсь, что она будет действительно новая. Там не будет никаких повторов. И я смогу ее приобрести. «Раскраска в царстве животных» — это первая книжка, и она у меня, по-моему, самая заполненная. Хотя у меня она появилась не первой. Мне она просто нравилась меньше всех, хотя сейчас я не могу сказать, что она мне нравится меньше всех. «В стране чудес». Долгое время она была почему-то моей любимой, не знаю, как-то я очень интересно распределяла роли в своей коллекции раскрасок. Она была любимой, поэтому я здесь не раскрашивала. Логично, но вполне. «Первозданная красота». У меня, по-моему, на все раскраски есть обзор, поэтому сейчас останавливаться особо не буду. «Книга невымышленных существ». Она у меня появилась самой первой, и тоже мне очень нравилась эта раскраска. Ну и сейчас нравится. Вот. Но сейчас я пытаюсь выровнять более-менее количество работ, сделанное в каждой из этих раскрасок, поэтому у меня больше продвигаются раскраски, в которых мало картинок. И «Дивные птицы». Но здесь не только птицы, здесь и другие животные. Вот, потому что в оригинале эта раскраска называется «Дивные птицы» и «Прочие создания», или как-то что-то вот такое. Ну, у нас решили, да, зачем переводить до конца, нам вполне хватит и этого. Раскраски в суперобложках. Если вдруг кто-то не знает, что это, то это дополнительная бумажная обложка на книжке. Хотя, я думаю, всем известно. Первая часть «Романтик кантри». Там, кстати, плакат есть. Мне очень нравится стиль автора, но, к сожалению, я все никак не могу найти время, чтобы сесть и пораскрашивать эти раскраски. У меня их две. Это вот первая часть и вторая. Я их покупала обе, по-моему, на Озоне. Хотела долгое время себе третью часть купить, но как-то не покупала, а сейчас я нигде не могу ее найти. Ну, вот так бывает. Хотя, в принципе, она сейчас, не сказать, что мне сильно нужна. Вот. Вторая часть мне, кстати, нравится немножко больше, чем первая. Не знаю почему, просто как-то сюжеты, мне кажется, здесь поинтереснее. Они, кстати, довольно толстые обе. Две раскраски «Каноко и Гузо» — это «Минуэт де Бонер» и «Рапсодия в лесу». «Минуэт» мне нравится больше, чем «Рапсодия». Я, опять же, не знаю, по какой причине, просто вот картинки нравятся здесь больше. Но страшно их раскрашивать. Что «Минуэт», что «Рапсодию». Они настолько шикарные, настолько прекрасны, что просто страшно за них браться.
раскрасочка Камилы де Рико, поп-манго. Также хочу заказать себе раскраску этого же иллюстратора с русалками. И, кстати, осенью, по-моему, или зимой выходит еще одна книжка. Не помню, с чем там как-то... У меня почему-то ассоциации вызвали какие-то хэллоуинские работы. Но я не знаю, не помню, с чем выходит раскраска. Вот, но с русалками очень хочу себе заказать. Надеюсь, что в ближайшем будущем исполню свою такую хотелочку. Попробовала здесь раскрасить акварелью. Честно, мне как-то не очень понравилось. Наверное, все-таки надо будет карандашами красить. Две раскраски Томислава Томича. Первая его книжка — это «Земля снов». У меня в хорватск... Нет, это не хорватск, это... Как он называется? Голландское издание. Вот в хорватском там как раз «Земля снов», а здесь «Друменвангер». Вот, потрясающие работы, я в восторге. Эту раскраску я еще не начала, то есть она у меня пустая. Вот, но я думаю, что в скором времени постараюсь к ней приступить. И вторая его раскрасочка — это «Виллин Сан». У меня тоже она в голландском издании. Здесь уже односторонние картинки, у меня здесь одна работа есть, такая фея. Мне она не очень нравится. Сочетание цветов мне не очень нравится. Где-то взяла слишком светлый, где-то слишком темный, поэтому получилось не так, как я хотела. Две раскраски моего любимейшего автора Эмили Оберг. Я просто ее обожаю. У меня вот есть Fairy Tales, сказки, в английском издании. И есть вот, кстати, такая картиночка. Здесь много у меня раскрашенных работ, потому что я очень люблю эту раскраску. И вот есть вторая, это Сагур Согнар в шведском издании, в оригинальном. И здесь еще больше работ, на самом деле. Но учитывая количество раскрасок, которые у меня есть, такое количество картинок, это очень даже неплохо. Причем я здесь довольно симпатично раскрашиваю, как на мой взгляд. Потому что стиль мне очень близок, он мне безумно нравится, он легкий для меня, понятный. Я смотрю на картинки, я сразу понимаю, что как я хочу раскрасить. Вот еще мне нравятся девушки у Эмили, они тоже простые, их несложно раскрашивать, и ты их не боишься испортить. Две раскраски Екатерины Бабарыкиной — это «Ethno Spirit» и «Spirit of the Past». Здесь девушки в... каких-то национальных костюмах. В принципе, можно догадаться, какие тут вообще народы представлены. У меня здесь такая девушка раскрашена. Единственное, что мне не очень нравится, что это раскраска на пружине, спирали, потому что тяжело вот здесь вот фон как-то раскрасить. Мне немножко это мешает. Вот это. Ну, не знаю. Ладно, зато удобно, что есть такой планшет сзади, и картинки мне безумно нравятся, иллюстрации, они прям великолепны. И вторая раскрасочка, здесь уже девушки в разных эпохах, в разных временных рамках, так скажем. У меня здесь тоже одна работа раскрашена, я училась лица раскрашивать, портреты. Но мне тяжело раскрашивать одежду. Что национальную, что какую-то такую историческую. Вообще, в принципе, я не очень люблю раскрашивать одежду, на самом деле. Поэтому с портретами у меня такая проблема возникает. Я люблю раскрашивать портреты, но не люблю раскрашивать одежду. Ну и гордость, жемчужина моей коллекции. Раскраски Анастасии Колдыревой. У меня 5 ее книг, все вот одинакового формата. «Когда драконы мечтают». Драконы, кстати, мне не особо нравятся, не могу сказать, что я какой-то фанат драконов. Вот, но хотелось себе хотя бы одну раскраску с дракончиками, тем более от Анастасии Колдыревой. Почему бы и нет? И мне, конечно, нравится здесь иллюстрация. У меня ни одна раскраска Анастасии Колдыревой еще не начата. Я планирую их начать уже после экзаменов.
когда у меня будет достаточно времени и сил. Раскраска легенды русалок, моя любимая, наверное, потому что я очень люблю русалок. Вот эта картинка, это самая вообще любимая иллюстрация Анастасии Колдыревой. Ну, здесь потрясающие, конечно, девушки, абсолютно разные, не похожие друг на друга, но в едином стиле, это потрясающе просто. Раскраска мистерия, здесь все девушки в кругах. Так, я старалась как можно дольше не задевать штатив. Мне вот эта раскраска тоже очень нравится. Ну, мне все раскраски Анастасии Колдыревой нравятся, я не могу ничего с этим поделать. Они все очень классные. Ноктюрны. Здесь уже девушки на всю страничку. И новая ее раскрасочка — это Serenity. Безмятежность. Вот здесь тоже девушки просто неописуемой красоты. Очень много, кстати, афроамериканок, вот я заметила, в этой раскраске. Мне кажется, это очень здорово. И также азиатки есть. Ну и, конечно, такой более европейской внешности. Девушек много. Ну, вообще, классная раскраска, как и все работы этого автора. В предыдущей части коллекции забыла вам показать такой плакат 1,5 метра вдохновения «Солнечный день». И также здесь у меня лежат два плаката из журнала «Арт Каляки». Потому что я их не раскрашивала. Вот, ну, как-то так, собственно. Есть у меня две такие книжечки. Раскрашиваем с подружкой. Она, на мой взгляд, менее интересная, более детская какая-то. Здесь все картинки делятся на два типа. Это или абсолютно одинаковые развороты. Есть, конечно, в них отличия, например, там фон или некоторые детали изначально раскрашенные, а есть развороты, даже не объединенные каким-то общим смыслом. В принципе, одинаковые иллюстрации, может быть, действительно будет интересно раскрашивать с подружкой. У меня вот здесь есть такой разворот, мы его как раз вместе с подружкой раскрашивали. Ну, это было интересно, но так одной раскрашивать эту раскраску мне не очень нравится. И раскрашиваем вместе. Вот эта раскраска мне нравится намного больше, она, как по мне, так гораздо интереснее. Здесь все картинки разные. И мне очень нравится стиль, в котором она выполнена. Но здесь тоже вот такая пружинная спираль. Иногда она мешает раскрашивать. Например, когда вы красите левую работу, у меня постоянно вот руке, в общем, неудобно. Поэтому я не очень люблю вот спираль. Как бы, если раскрашивать, конечно, допустим, вот так, то вполне удобно. Но здесь мало картинок, которые нужно именно переворачивать. Серия «Мир магических узоров». Мне нравится, что здесь плотная бумага, и в ней очень приятно раскрашивать маркерами. Единственное, что не все, далеко не все картинки подходят под маркеры. Это у нас раскраска «В царстве животных». В «Царстве зверей» она абсолютно такая же. Картинки, конечно, здесь другие, но они в таком же стиле и подобраны похожим образом. Ну вот, такие две они, можно сказать, одинаковые, но вот эта она идет толще. В «Царстве дельфинов» эту раскраску мне дарили тоже, по-моему. Вот здесь мне очень нравится как раз вот маркерами раскрашивать. Я надеюсь, что так как у меня сейчас появились новые маркеры, я в скором времени раскрашу здесь пару картинок, потому что фломастерами как-то такое. Бумага прям очень хорошо для маркеров подходит. И раскраска «В царстве снов и фантазий». Здесь уже узоры. Тоже есть довольно крупные детали, есть мелкие. Вот, но я вот эту раскраску уже там фломастерами раскрашиваю и маркерами. Но маркерами мне больше нравится красить вот в этой серии. Не знаю, почему здесь бумага такая прям маркерная. Ну, лично для меня. 100 лучших мест планеты. Так как я уже говорила, что люблю раскраски, связанные с темой путешествий, мне эта книжка достаточно понравилась. Хотя здесь много архитектуры, которую я не люблю. То есть такое двоякое как бы мнение. Но все равно я рада, что у меня есть такая раскраска. Мне привозили с Питера родители заодно. И
100 лучших мест России. Ну, здесь уже чисто российские наши достопримечательности. Вот есть Карелия, как раз я открыла. Ну, здорово, в принципе, иметь такую раскраску у себя в коллекции. Просто даже, чтобы была. У меня много раскрасок, которые просто есть, я их там не особо раскрашиваю, но, тем не менее, они мне нравятся. Раскраска Нарния, уникальная раскраска. Мне здесь нравятся картинки вот такие, то есть, которые не сюжетные, а именно размноженные. То есть, ну, вот такое мне нравится. Сидеть там, красить спокойненько. Вот какие-то более сюжетные мне, ну, не так интересны на самом деле. Но тем не менее. Довольно большая серия раскрасок «Творческий рай». Они у меня есть и в российском издании, и в иностранном. Начнем с твердых обложечек. «Удивительный Китай». Классная раскраска, могу вам посоветовать. Она несложная, то есть здесь картиночки такие небольшие, подписаны, что здесь изображено. И в целом довольно симпатичные восточные такие картинки. Думаю, многим придутся по душе. «Алиса» Джона Тенниела. Вот это уже такая раскраска на любителей, из-за того, что стиль здесь своеобразный. Картинки были нарисованы очень-очень давно, и потом просто вот переизданы в раскраске. Мне нравится здесь раскрашивать тоже маркерами, но я еще акварелью не пробовала, я думаю, еще попробую акварелью. Вот так у меня здесь маркерами так раскрашено. Вот, ну, если нравится, то, по-моему, есть еще вот в похожем каком-то оформлении, тоже «Алиса в стране чудес» называется, там больше картинок, может быть, вам больше понравится. «Удивительный мир животных». Это вообще один из моих фаворитов в этой серии. Здесь потрясающие просто животные. Вот, кстати, хотела бы от этого иллюстратора еще каких-нибудь раскрасок поискать, посмотреть. Надо будет зайти куда-нибудь на какой-нибудь сайт. Вот, но здесь у меня всего две картинки фломастерами раскрашены. В дальнейшем я планирую, наверное, все-таки перейти в этой раскраске на карандаши. «Цветы» — тоже обожаемая мной раскраска. Я здесь тоже маркерами две работы сделала. И планирую в дальнейшем, наверное, тоже маркерами красить. Вот эта картинка мне очень нравится. Хотя вроде ничего такого особенного, но тем не менее. «Совушки» Марджери Сарнат. Думаю, все знают эти раскраски. Она у меня появилась первая из этой серии. Здесь очень много работ раскрашено по порядку. Но не так раскрашено, конечно. Просто без комментариев. Одна там пропущена, потому что так было задумано. «Волшебство природы». В конце там есть перечень животных, ну, птиц, вернее, как они должны быть раскрашены. Ну, как они выглядят вообще в реальной жизни. Довольно реалистичные здесь картинки, из-за этого мне их тяжело раскрашивать. То есть я не очень люблю эту раскраску, но она интересная, красивая, просто как-то мы с ней не подружились. Далее идут мягкие уже обложечки, это «Котики», тоже от Марджери Сарнат. Надо будет, кстати, раскрашивать, я давно хочу. Вот, но здесь мелкие детали, из-за этого немножечко тяжело, и цвета выбрать для меня сложно. Но вот эта картинка, кстати, мне нравится, прикольная. «Танглы» Анжелы Портер. Я очень люблю этого иллюстратора. И у нее довольно своеобразные такие вот узоры. То есть в них нет никакого смысла, но при этом раскрашивать их действительно антистрессово. Поэтому сейчас, когда начнется время экзаменов, ну, вернее, оно уже началось, но я думаю, что самый релакс будет, когда я буду ждать результатов. Потому что волнительно. Посмотрим, в общем, что и как. «Сказочные витражи» Марти Нобл. Здесь животные изображены в таком витражном, можно сказать, немножко стиле. Ну, такое. Я не могу сказать, что мне не нравится, но я не могу сказать, что мне супер нравится. Стиль мне нравится, но при этом иллюстрации такие 50 на 50. И две иностранные раскрасочки. Вот, от, получается, Терезы Гудрич обе. Я могу сказать, что у меня есть еще Creative Heaven по номерам, но я покажу их в
Вместе со всеми остальными раскрасками с номерами в отдельном видео, скорее всего, я думаю. Так, значит, моя любимая Romantic Country Scents, потому что здесь все очень милое, ванильное, такое любовное. Ну, милота. Вот. И, кстати, не видела никого этой раскраски, она такая, видимо, не очень популярная. И Spring Scents, весенние сцены. Здесь такие, соответственно, весенние картиночки. К сожалению, только тут одну картинку весной раскрасила. Совсем времени как-то не было. Но в целом мне нравится. Раскрасочки от Эксмо. Креативные техники раскрашивания. Интересная раскраска. Тут очень много узоров. Я поэтому ее взяла. А также есть некоторые советы по действительно креативным техникам раскрашивания. Например, там есть с точками, с вот такими узорами. Выбирать там в одном цвете это раскрашивать и так далее. В принципе, можете попробовать, если вам интересно, но я просто здесь раскрашиваю, мне так больше нравится. Счастливая раскраска от счастливого психолога. Кстати, могу многим посоветовать эту раскраску. Мне нравится, что здесь на каждом развороте вот девушка. И нарисовано это все очень красиво. У меня парочка разворотов здесь сделана, и я планирую в дальнейшем раскрашивать эту раскраску, потому что и девушки здесь красивые, и узоры мне здесь нравятся, и стиль прямо мой. Вот, ну и в принципе почитать советы психолога тоже можно. Вот, ну, это уже на ваше усмотрение. Альбом целительных аффирмаций. Я очень люблю эту раскраску, просто обожаю ее. У меня здесь довольно-таки много разворотов. Я окрашу здесь именно разворотами. Мне нравится, что здесь вот есть такие аффирмации, и я стараюсь все-таки подбирать картинки по настроению. То есть, если я понимаю, что, не знаю, мне нужно выйти за пределы своих возможностей, то я выберу этот разворот, потому что картинки мне здесь нравятся все. И даже если аффирмации эти не работают, я не могу сказать, что я в них там верю или не верю. Как бы на войне все средства хороши, как говорится, поэтому, когда мне что-то нужно, я, в принципе, могу с удовольствием пораскрасить эту раскраску, да и когда ничего не нужно, тоже. Сохраняй спокойствие, раскрашивай единорогов. Тут странная раскраска, на самом деле, с единорогами, на мой взгляд. Раскраска единороги, которую я вам не так давно показывала, намного лучше. Но это уже мое субъективное мнение. Вот здесь просто они более какие-то однообразные, на мой взгляд. Ведьминский дух. Одна из таких свеженьких раскрасок. У меня здесь новая работа есть в этом месяце раскрашенная. Не буду вам ее так сильно показывать, хотя я ее в Инстаграме показывала, поэтому подписывайтесь на мой Инстаграм, чтобы смотреть там спойлеры к многим вещам. Вот, ну, обзор был совсем недавно, да. Так что можете посмотреть. Drinking Animals, пьющие животные. Эту раскраску я еще не раскрашивала, поэтому всю ее могу пролистать. Тоже был обзор. Такая неоднозначная раскраска с рецептами коктейльчиков. Вот, картиночки довольно странные. Но вот какая есть. Есть у меня одна раскраска Татьяны Богемы Столовой. Или Столовой. Винтаж Классик. Здесь пол раскраски это реклама ее других раскрасок. Самые популярные, я думаю, это Nice Little Town, разные части. И вот сама раскраска идет. Мне больше нравится именно такой стиль, чем Nice Little Town. Я не знаю, почему мне не очень нравятся эти города с мышками. Вот, такие картинки мне нравятся гораздо больше. Серия волшебных раскрасок. У меня есть 4 части Гарри Поттера, хотя я не смотрела ни один фильм и не читала ни одну книгу. Так, ну давайте с первой, да, будем двигаться. Вот, волшебная раскраска. Они мне обошлись буквально там в 160 рублей. Когда на Book24 была огромная-огромная скидка, так они стоят, ну, около 600-700 рублей. Мир магических существ. Ну, насколько я помню, это вторая была часть. Они отличаются и качеством бумаги, и иллюстрациями, естественно, тематикой иллюстрации, и много еще чем другим. Но в конце каждой книжки есть обязательно постеры, такие красивые. И также есть
прекраснейшая склейка, которая зачастую портит раскрашивание, ну, вообще книжку, так как она может разлететься. Но, к сожалению, вот эти все раскраски на склейке Гарри Поттер. Это была «Волшебники и где их искать». Третья часть, если я не ошибаюсь. И четвертое — это «Магические артефакты». Она у меня в... не знаю, в греческом, может быть, издании. В общем, мне ее с Кипра привозила моя подруга. Вот я ее просила мне купить. Она купила. Ну, вернее, как бы я купила, но просто она мне ее привезла. Неважно. Тоже такая... ну, в этом же стиле. Все как всегда. Но мне нравится серия Гарри Поттера. Раскраски интересные. И в эту же серию я отношу раскраску Терри Пратчетт «Плоский мир». Ну, Терри Пратчетт — это, я так понимаю, писатель произведения «Плоский мир». Здесь тоже в конце есть просто вот эти постеры. И качество здесь похожее. Вот. Но мне очень нравятся здесь картинки. Я с удовольствием бы раскрашивала еще и еще. Вот, но мне тяжело раскрашивать, на самом деле, вот такие иллюстрации, потому что карандашами я раскрашивать не люблю, и карандашами я крашу редко. Вот, но такие картинки, мне кажется, их надо только карандашами красить. Огромная серия раскрасок Фабиано Аттаназио. У меня они в различных изданиях, сейчас вам все покажу. К сожалению, у меня нет Золушки, нигде не могу ее найти. Надеюсь, что в скором времени где-то ее отыщу. «Алиса в стране чудес». Здесь я раскрашиваю по порядку, поэтому в конце тут как бы картинок никаких нет раскрашенных. И все эти работы у меня довольно старые, потому что раскраска появилась очень давно. «Волшебник страны Оз». Здесь уже поинтереснее чуть-чуть. У меня не так давно был челлендж по Фабиане, который я в итоге не досняла и не выложила на канал. Но у меня из-за этого раскрашено довольно много картинок там было. В старых раскрасках Фабианы в том числе. Так, «Белоснежка». Ну, сказка «Белоснежка» тоже довольно интересная. Здесь вначале всегда есть краткий пересказ. И «Питер Пен». Это вот что касается российских изданий. Какое-то время даже в «Фикспрайсе» продавались. Но у нас в «Фикспрайсе», естественно, ничего не продавалось. Эту раскраску я привезла из Питера в магазине «Дом книги». 358 рублей стоило. Кошмар. Я считаю, это дорого, учитывая, что в «Фикспрайсе» они продавались по 99. Но вот как-то так. «Гензель и Гретель». Вот с... получается, не помню, это как... не помню, это итальянское издание или... я не помню, ребят, какое-то издание. Здесь шли плакаты большие, я вам их показывала в предыдущей части. Вот «Гензель и Гретель» не так давно я начала, да, здесь тестировала акварель, как она протекает, не протекает. Украинское издание «Приключения Пиноккио». Здесь плакат уже приклеен. В российском издании плаката просто нет. Ну, действительно, кому он нужен вообще? «Книга джунглей». Здесь «Маугли». Мне нравится эта раскраска, она одна из таких самых интересных, но я почему-то ее запорола, начала как-то раскрашивать совсем-совсем не классно. И «Красавица и чудовище». Тоже неплохая раскрасочка. Мне больше всех, наверное, нравится «Гензель и Гретель», но я не уверена. Это такой спорный вопрос. Но я рада, что у меня есть вот не только наши российские издания, потому что Фабиану я очень люблю, и ее раскраски мне действительно нравятся. Далее идут толстенькие раскрасочки. «Золотые страницы. Раскраска путешествия». Здесь у нас опять разные страны, путешествия. Единственное, что есть золотые элементы, по-моему, на каждой картинке абсолютно. И на многих разворотах встречаются такие кляксы, подтеки. Они немножечко портят впечатление о раскраске, потому что, ну, зачем они здесь нужны? Могли бы сделать просто золотые элементы, если так хотелось, но уж как есть. Зато здесь хорошо себя ведет акварель, можно красить акварелью.
Я для этих целей эту раскраску и покупала. Сурис Хонг Иллюзинариум. Эта книжка очень толстая. Это, по-моему, самая толстая раскраска моей коллекции. Она стоила недорого, я ее поэтому покупала, ну, купила. Здесь половина иллюстраций таких немножко бессмысленных, половина прям классных. Но в любом случае, что раскрасить, каждый найдет. Поэтому можете присмотреться. И раскрасочка Vogue. У меня вот в таком оформлении. Там есть еще несколько раскрасок в этой серии. Есть абсолютно такие же картинки с другой обложкой. Есть другие картинки с другой обложкой и так далее. Вот. Мне нравится, что здесь подписаны сезоны. То есть, вот, допустим, март 1958. Это, вот, по-моему, к этой картинке относится. Ну да. Девушки здесь, конечно, очень странные, такие своеобразные, прям. Но раскрашивать одежду вот в таком виде достаточно интересно. Подбирать там цвета и так далее. Поэтому эта раскраска у меня такая, ну, достаточно востребованная, хотя там сделано всего, опять же, две работы, но кому это важно, явно не. Раскрасочки от Мифа из серии Зифлина. У меня не хватает только Мани Ботаника, и я до сих пор сомневаюсь, нужна она мне, не нужна, буду ее красить, не буду, покупать, не покупать, поэтому пока так и не взяла. Пространство дудлов здесь прикольные узоры, картиночки такие, довольно, как сказать, несложные для раскрашивания там фломастерами, маркерами. Сиди там, это все распутывай. Действительно, антистресс такой, релакс. Надеюсь, что когда у меня появились маркеры, да, я чаще буду раскрашивать эту серию раскрасок, потому что здесь, опять же, бумага очень хорошая для маркеров подходит, как я считаю. Сборище дудлов, Лэйми Лендрес, как раз-таки иллюстратор Эксплораториума. Вот, ну и мне нечего сказать, на самом деле, про эту серию раскрасок, потому что есть очень крутые картинки, есть такие уже на любителя. Дудломания. Мне вот она достаточно сильно нравится, эта раскраска, хотя она, ну, сложная, действительно, но здесь не так много дудликов и много вот таких вот всяких узорчиков. Ну, вот вам видно. Узорчики я люблю больше раскрашивать. Дудликов тяжело цвета подбирать для них. Вторжение дудлов, естественно, наша с вами всеми любимая раскраска Кербера Сейнса, Кербера Занеса. Не знаю, кстати, почему настолько по-разному перевели фамилии два разных издательства, но тем не менее. У меня появилась эта раскраска очень давно, поэтому здесь работы совсем-совсем не кудышные. Вот, но зато сами картиночки очень милые. И раскраска «Переполох дудлов». Ирвин Ронадо нарисовал или нарисовала. Честно говоря, не углублялась в эту тему. Здесь тоже довольно симпатичные дудлы. Мне нравится эта раскраска именно под какой-то там праздник. Допустим, Новый год я там раскрашивала. В принципе, это было не так сложно подобрать цвета. А вот когда я просто красила, тут уже посложнее. Меня почему-то все время тянет раскрасить дудликов в желто-оранжевых цветах. Не знаю почему. Креативная книга-раскраска. Серия у меня, по-моему, тоже не полная. Здесь 4 книжечки. Первая — тату-дизайн, она самая новая. Есть классные картинки, идеи, так скажем, для татуировок. Но мне просто нравятся иллюстрации, их будет прикольно раскрашивать. Много всяких узоров, мандал, русалок здесь очень много, а я обожаю русалок, поэтому однозначно лайк. Узоры и цветы. Здесь какая-то странная немножко бумага, и сама раскраска, она прям какая-то очень мягкая. Меня это немножечко настораживает. Также в этой серии не очень хорошая печать, поэтому фломастером, если вы будете здесь раскрашивать, то будьте аккуратнее, кончик может очень сильно пачкаться. Великолепные узоры. Мне нравятся здесь картинки, выполненные в стиле Анжелы Портер, но это она, по-моему, и рисовала их. То есть, сейчас найду. Ну, вот такие картинки мне очень не нравятся. Я, можно сказать, из-за них покупала эту раскраску. И прекрасные сады, здесь тоже разные цветочки. Вот, ну, опять же, на любителя. Я больше люблю вот здесь раскрашивать фломастерами, но такими фломастерами, которые не очень будет жалко,
если кончик их совсем-совсем запачкается. И тоже мои любимые картиночки Анжелы Портер здесь, к счастью, есть. Вот такие вот. Очень интересная серия раскрасок «Вдохновляйся и рисуй». Она действительно вдохновляющая. «Уголки Франции». Сейчас у меня в процессе находится тут одна работа. Такая. Особенность этой серии, что справа вам дана иллюстрация, которую нужно раскрасить, а слева вдохновляющая картина, причем подписано, где находится это место и что это такое. Мне кажется, это очень классная идея, потому что у многих возникают, допустим, проблемы с выбором цвета, а тут можно посмотреть и вдохновиться. Раскраска «Версаль». У меня здесь одна не очень симпатичная работа. Но если она... Да, попала, так и знала. Ну, здесь, кстати, детали поменьше. Если вы не любите мелкие детали, то советую взять вам другую раскраску из этой серии. Например, «Природу» или «Мир». Вот, значит, в «Вдохновляйся и рисуй природа». Здесь именно какие-то больше растения, животные, нет какой-то архитектуры и так далее. И здесь немножечко по-другому даны вот эти вдохновляющие картинки. Они даны больше с какой-то познавательной точки зрения, как мне кажется. И это здорово, что у нас есть такие раскраски. И вот «Вдохновляйся, рисуй мир» — это моя любимая раскраска в этой серии. Здесь, как по мне, так самые интересные картинки, потому что здесь есть и культура, опять же, и архитектура, и животные принты. Ну, также, так как это «Вдохновляйся, рисуй мир», здесь собраны максимально разные культуры, народности, и поэтому мне очень нравится эта рассказка. Так что, да, советую присмотреться. Ну и еще немножко мифа. Раскраска «Острова» Аниты Грабось. Здесь просто такая вырвиглазная мелочь, что я даже не знаю, как это раскрашивать на самом деле. У меня здесь одна работа вот есть, и все. Я не останавливаюсь на раскрашенных картинках, потому что в этом видео я не планировала их показывать, то есть если что-то случайно попадает, то хорошо, если нет, то нет. Раскраска Ольги Головешкиной «Ветер уносит цветы». Я очень люблю этого иллюстратора, хочу, кстати, купить ее раскраску с знаком зодиака, вот, но пока, наверное, все-таки не буду, потому что сейчас куча других всяких проблем, явно не до раскрасок, не до покупки раскрасок. И «Творческий беспорядок» Даррел Годфри. Я здесь маркерами очень люблю раскрашивать. Давно не красила, потому что мои маркеры закончились, и вот совсем недавно купила новые, еще не успела здесь ничего проскрашивать. Я надеюсь, что пару работ хотя бы сделаю за этот год. Вот такая красота в твердых обложечках. Экзотические бабочки. Из этой серии я бы себе на самом деле очень хотела «Королевский ботанический сад», потому что картинки здесь действительно классные, и хоть я бабочек не люблю, вот эта раскраска мне нравится. Так как здесь и примеры даны, и названия там в конце даны, или в начале, да. И в целом бабочки нарисованы как-то симпатично, я не знаю, как удалось это авторам, но они молодцы. «Цветотерапия для снятия стресса», книга-раскраска. Я обожаю вот так вот делать по раскраскам в твердой обложечке. Здесь многие элементы раскрашены за вас, многие элементы вам нужно нарисовать, дорисовать, разрисовать и так далее. Ну и просто что-то раскрасить. В этой серии достаточно много раскрасок, они не очень дорогие, но почему-то я не особо горю желанием их покупать. Ну, мне этой вполне достаточно. И одна из, опять же, моих любимых раскрасок — Wild Soul, Грации Сальва. Потрясающая. Издание, потрясающая раскраска. Здесь не так много иллюстраций, но они просто великолепные. Честно говоря, не знаю, как ее раскрашивать, но хочу хотя бы одну работу здесь сделать. Боюсь испортить, на самом деле, но попробую, обязательно попробую свои силы. Посмотрим, что из этого выйдет. Мне нравится, что здесь подписана какая-то раскраска. Это очень приятно, на самом деле. Мои финские раскрасочки. Ну, я многие вам уже показывала. Ну, вот что еще есть. Это уже такое... Вот эти две раскрасочки, можно сказать, эксклюзивчик.
Они продаются в финском книжном, который, по-моему, так и называется, как в переводе «фин». Значит, раскраска «Скандинавские мифы». Соответственно, картинки посвящены скандинавским мифам. И также дано небольшое какое-то описание, название и так далее. То есть вы можете загуглить и что-то узнать. Стоили они вообще как-то недорого, по-моему. Ну, вот 5 евро. То есть это... на тот момент цена была достаточно хорошая. Я очень рада, что купила. И вот вторая раскрасочка — это «Бурлески». Тоже очень классная, такая необычная. Мне кажется... действительно крутая раскраска. Ну, не знаю, мне нравится очень сильно. У меня нет ничего подобного. И моей маме, кстати, тоже очень нравится эта раскраска. Вот эту книжечку мне привозили очень-очень давно. Вот в Финляндии, кстати, много вот именно таких раскрасок антистрессовых. Она толстая, здесь 100 картинок. Стоила она, вот, как вы могли заметить, 3 евро. То есть это вообще... на тот момент это было 200 рублей. За такую раскраску в Финляндии это действительно очень приятная цена. Вот. Здесь в основном узоры, как вы можете заметить. Вот она такая. И она на склейке. Но мне нравится. Единственное, что мне очень приятный у нее какой-то запах, типографский. Я никак не могу от него избавиться. Два журнальчика Wonderland. Вот такие журналы выходят в Финляндии. По-моему, очень красивые. Посмотрите на это оформление. Это, получается, 8-й выпуск. Как в каком-то там 2017 году, если я не ошибаюсь, он выходил примерно. Но здесь картинки, как вот в наших там Хьюге и прочих раскрасках, то есть, ну, стоковые. Но это интересно, это прикольно, и оформление мне нравится. Правда, качество бумаги здесь оставляет желать лучшего. Вот, а это уже зимний выпуск, вот 2019 года, 17-й по счету. Здесь все то же самое, те же самые иллюстрации стоковые, вот, но они очень красивые, очень классные. Здесь где-то была русалка, которая есть в раскраске Witch Spirit. Вообще здесь много работ из наших российских там арт-йог каких-нибудь, потому что все их берут с одного портала. И раскрасочка «Финский рэп» тоже в этом магазине в книжном продавалась, но... денег уже, ну все, ему плохо. И здесь финские рэперы очень классные. Мне нравится эта раскраска, она такая какая-то оригинальная, с одной стороны. С другой стороны, вообще просто классно, что в Финляндии вот есть не только стоковые раскраски, а вот что-то такое авторское, чисто финское. Вот так как мы живем недалеко от Финляндии, для меня это что-то прям такое родное. «Раскрась меня спокойствием», опять же, иллюстрация Анжелы Портер. Я заметила, что я часто делаю паузу и говорю какое-то «а» или «э». Это довольно странно, наверное, звучит. Я надеюсь, что вам это не сильно мешало, и надо как-то от этого избавляться. Здесь тоже есть разделы, например, там морские пейзажи, мандалы, еще что-то. Можно попытать свои... испытать... свои умения на белых чистых листах, там что-нибудь порисовать. Мне нравится раскрашивать именно раскраски Анжелы Портер, я очень их люблю. Также здесь, кстати, есть вдохновляющие примеры. Ну, вот, например. Пример, вот, например. Но эта раскраска, к сожалению, достаточно дорогая. То я ее покупала недорого, на самом деле, на Озоне там списывала баллы и так далее, поэтому мне она обошлась рублей в 300. Но так она стоит чуть ли не 1000. Мне кажется, дороговато как-то для такой раскраски. Хотя она очень качественная, красивая, классная. И оформление у нее замечательное. Но 1000 рублей, мне кажется, перебор. Сказочная сотворель. Сотворель — это эксклюзив Леонардо магазина. Я уже в прошлой части показывала вам, по-моему, две раскраски сотворель. Одна была сказочная, путешествие... по сказке вроде бы, а вторая медитативная сотворение. Вот, это следующая книжечка «Сны странного города». Здесь такие креативные достаточно работы. Некоторые из них, вот это мне очень нравится. Мне кажется, действительно креативненько. Ну, некоторые достаточно обычные, но в целом мне все равно нравится эта раскраска, нравятся картинки. Выглядит все очень здорово. И раскрасочка «Сонет мандала».
Мне ее тоже подарила моя подружка. Вот здесь в основном мандалы, ну и есть несколько других картинок. Вот они в конце все тут изображены. Ну, примерно 50 на 50, мне кажется, мандал и других каких-то работ. А, даже, кстати, не чередуются. Прикольно. Всего здесь получается 20 работ. Самый мой любимый раскрасочный журнал – это, конечно же, Coloring Heaven. У меня 3 выпуска. Вот эти 2 я покупала у Юлии Поповой. А вот этот журнальчик я покупала в Финляндии в магазине Призма. Это продуктовый магазин. Вот обернула, кстати, в обложечку. У меня, к сожалению, была только одна подходящая. Надеюсь, что докуплю. Просто не могу сейчас найти именно вот таких вот. Здесь несколько иллюстраторов. И мне очень понравилась эта раскраска тем, что вот как раз-таки несколько разных абсолютно авторов в одном журнале. Это очень удобно. Ты можешь попробовать себя в разных стилях, понять, какой из этих иллюстраторов тебе нравится больше, и купить уже там его отдельную раскраску. Это, кстати, выпуск номер 54. Следующий — это «Богемные красавицы», спецвыпуск номер 50. Здесь у меня нет раскрашенных работ, но здесь действительно очень красивые девушки. Я поэтому купила эту раскраску, потому что лица здесь потрясающие. И довольно необычные сюжеты. И выпуск номер 45. Это готические феи. Вот здесь они похожи на Monster High, как по мне, немножечко. Поэтому они меня зацепили. Мне больше понравились вот такие более милые какие-то феечки, которые идут в начале. У них у всех, кстати, есть имена. И это здорово. Я люблю, когда автор придумывает какую-то там историю, дает какие-то имена своим героям, называет как-то работу. Мне кажется, это всегда классно. Сейчас хочу вам очень быстренько показать огромную серию раскрасок от АСТ. Вот так они выглядят сбоку. Здесь действительно очень много раскрасок, поэтому давайте постараемся недолго. «Счастье — это Анастасис». Думаю, уже все знают про эту раскраску. Она была совсем-совсем непопулярной, потом в какой-то момент выстрелила, скажем так. И мне она очень нравится, я искренне вам ее рекомендую, если у вас ее нет. «Волшебный город и волшебная комната». Если вы хотите раскраску маленького формата, состоящую из этих двух раскрасок, то можете взять «Метаморфозы моей комнаты». Там все эти картинки встречаются в немножко обрезанном варианте. Вот мне тоже очень нравятся эти раскраски, обе. Хотя вот в «Волшебной комнате» много мелких деталей, но тем не менее, она все равно очень интересная, очень классная. Очень люблю эту раскраску. «Волшебная страна счастья». Здесь довольно креативные картиночки. Единственное, что вся эта серия на склейке, у меня вот некоторые листы повыпадали, и теперь не очень удобно раскрашивать. Вот, но зато качество бумаги здесь достаточно неплохое для такой цены. Ну и, в принципе, эти раскраски достаточно дешевые. Вот эту, допустим, я рублей за 30 покупала. «Ветер перемен», здесь девушки, но единственное, что они такие своеобразные. Вот эта именно раскраска мне не очень нравится, но все равно я не жалею, что ее взяла, за 30 рублей считаю неплохо. «Счастливые раскраски для мальчиков и для девочек». Для мальчиков здесь действительно подходят картинки, то есть у меня брат заценил, сказал, что такое действительно для мальчика можно раскрашивать, но он придирчив в этом, в выборе раскрасок, хотя ему больше нравятся какие-нибудь тролли, My Little Pony и так далее. И для девочек «Счастливые раскраски» здесь очень много картинок, посвященных каким-то праздникам. Вот, например, там Новый год. Вот это разворот с печенюшками мне нравится. Ну, такая типичная раскраска для девочек, я бы сказала. Там пони, единороги, конфетки и все в этом духе. 3 раскрасочки Клары Харт. Я не помню, есть там еще или нет. «Эльфы и драконы». Здесь разные мифические существа, причем довольно симпатично они здесь нарисованы, мне нравятся лица,
у людей, ну, как, это не совсем люди, там всякие феи, русалки, но тем не менее. Ну и вообще, в целом, стиль Клары Харт очень интересный. Цветы судьбы. Здесь цветы тоже, причем довольно симпатичные. Вот, к сожалению, тоже здесь мало раскрашено. И волшебные талисманы. Здесь новогодние такие рамочки у всех вот этих предметов. Поэтому я на Новый год раскрашиваю, ну и достаточно много работ готовых сделано. Как-то так. Далее идут 5 раскрасок Виктории Дорофеевой. Я вам не советую покупать вот в таком формате. Все-таки лучше взять в большом формате с твердой обложкой. Там идут по две стихии. Там игра стихий, по-моему, огонь и воздух. Или... Ну, в общем, там объединены вода и земля, огонь и воздух, если я не ошибаюсь. Вот, значит, стихии огня, такие здесь картиночки. Ну, стиль у Виктории Дорофеевой достаточно своеобразный, но мне нравится, допустим. Стихия земли. Вот это, наверное, любимая из этой серии у меня раскраска. Ну, вот именно из 4. Вообще, самый любимый 5-й элемент. Стихия воды. Тут русалочка была. Вот. И стихия воздуха. Ну, здесь всякие птички, насекомые, летающие всякие объекты и так далее. И 5-й элемент. Здесь много каких-то таких металлических вещей. В общем-то, все, что создано человеком. И мне кажется, прикольная идея такой раскраски. Вот эта картинка до сих пор мне нравится, хотя не могу сказать, что она какая-то супер классная. Довольно простая, без переходов и теней, но все равно. Таинственные витражи от Санкт-Петербурга до Барселоны, но здесь по факту просто вот такие витражи. Не сказано, где какой, просто витражи. Я не очень люблю витражные раскраски, но вот есть у меня такая. Может быть, когда-нибудь пораскрашиваю. Раскраска «Волшебный модерн» и «Магия Арнуво». Такой стиль мне не особо нравится, но, опять же, не знаю, просто хотелось взять, в тот момент взяла. Ну, на любителя такие раскраски. Я, как оказалось, не ценитель, не любитель чего-то подобного. И 2 раскрасочки Дри Сонг. У меня есть еще Night Voyage и, по-моему, какая-то еще даже есть. Но я покупать ее не планирую, потому что, в принципе, очень редко раскрашиваю. И замок времени, вот который сейчас листаю, и сад времени. Ну, не знаю, как-то не совсем мое оказалось. Хотя мне нравятся картинки, но тяжело подобрать материалы, тяжело как-то эту всю мелкотню раскрашивать. Вот, ну, поэтому редко. Не менее прекрасная серия раскрасок от АСТ. Такие они все симпатичные сбоку. Это квадратные раскрасочки, уже формата чуть поменьше. Причем эта серия раскрасок тоже делится на несколько серий, я вам чуть позже это покажу. И есть у меня 3 раскраски, которые такого формата не входят ни в одну из этих серий. Это цветочные узоры, здесь, соответственно, узоры из цветов, все как мы привыкли. Очень много раскрасок с таким названием. Джулия Ванг «Магические фракталы», здесь работа очень похожа на раскраску «Оптические иллюзии», поэтому если вам нравится арт-раскраска «Оптические иллюзии», то, я думаю, это вам тоже понравится. И раскраска «Мандалы и хиралы». Здесь мандалы и, соответственно, хиралы. Ну, хиралы — это такие яички с мандалами как бы внутри. Вот эта раскраска у меня одна из самых дешевых, она мне за 23 рубля, по-моему, досталась. В принципе, она достаточно толстенькая, там еще есть цветные вставки. Считаю, это вполне приемлемая цена. Серия «Раскрась мечту». Ну, как сказать, тут не только «Раскрась мечту», тут «Раскрась мечту», «Увидел панду», «Линейный став». То есть это такое оформление, думаю, вы понимаете. Они, кстати, вот все одинаковые здесь, на корешках. Интересно, что они как-то выпускают разные серии в одной серии, подсерии и так далее. «Город волшебства». Очень красивая раскраска, мне безумно нравится стиль. Просто я в восторге.
Ну, не весь, конечно. Мне нравятся вот такие картиночки. Ну, думаю, вы понимаете. Вот такие, которые в конце тут особенно идут. Прям очень классные. Няшные куалы. Перевернул страницу, увидел панду. Здесь, соответственно, куала и панда. Куала и панда. Вот так они чередуются. Такая милая, немножечко детская раскраска. Ну, вообще, в принципе, эта серия, она такая прям няшная. Пофиг на все, ленивит стайл. Здесь в таком же стиле ленивцы нарисованы. Легко будет, мне кажется, там закончить такие вот раскраски, потому что они простые, они милые, они классные, они позитивные. Ой, все, раскраска для современных принцесс. Здесь девчачьи такие штучечки. Мне тоже очень нравится эта раскраска. Множество каких-то летних картинок и чего-то такого прям девчачьего. Не знаю, мне нравится такое. Я люблю такие раскраски. Волшебные единороги. Здесь милые, классные единорожики. В разных тоже стилях. Вот, но объединены чем-то таким. Ну, не знаю, то есть мне кажется, они похожи друг на друга, но все равно выглядят по-разному. И вот из этих букв складывается слово «юникорн». Раскраска «Лама, давай». Здесь тоже ламы. Ну, чем-то напоминает раскраску «No Drama Color Llama», соответственно, но все-таки здесь другие ламы. По-моему, даже картинки не повторяются с той раскраской. Вторая половина, вторая часть этой серии называется «Антистресс». То есть вот у них у всех в начале там написано «Антистресс». Вот они уже здесь по-разному выглядят. Раскраска «Корея». «Корея». Мне она очень нравится, здесь такие картинки прикольные. Их раскрашивать как-то вот действительно интересно, не знаю, мне нравится. Если любите восточную тематику, то советую. Япония тоже. Здесь уже детали покрупнее, но стиль мне тоже прям по душе. Поэтому тоже могу посоветовать. Рисунки, обереги, славянские символы. Здесь славянские, соответственно, узоры всякие, похожи на скандинавские, поэтому для меня эта раскраска тоже занимает особое место в моем сердечке. Вот бывают здесь, конечно, стоковые картинки, я бы сказала, что большая часть это какие-то именно стоковые. Допустим, раскраска лисы, здесь все вот лисы, они такие из каких-то других там раскрасок можно найти, вот, но все равно, почему бы и нет. В этой серии раскраска, на самом деле, еще и там множество всего, но некоторые раскраски мне прям совсем как-то не зашли. Например, «Ежу понятно». И «Ежу понятно». Вот, мне она как-то совсем не понравилась. Это у нас эти забавные фламинго. У них здесь есть рамочка, это очень здорово. Я люблю вот такие рамочки. Как-то сразу проще раскрашивать. И фон здесь можно легко сделать. Панды. Здесь тоже такие рамочки есть. Здесь панды часто повторяются. Не знаю, запомните, допустим, вот этого волшебника, да? И он будет на каких-то других работах тоже встречаться. Но сейчас, как назло, он не попадается. Ну, в общем, можете проследить, что картинки сильно здесь повторяются. Раскраска «Котики». Есть еще совы такие. Мне эту раскраску подарили. Она достаточно сложная, здесь мелкие детали, и в основном это листочки, цветочки, которые, как я уже говорила, не очень люблю раскрашивать, но сюжеты здесь интересные. Следующая раскрасочка — это Instagram енота Обормота. Мне нравится, что он в таком современном стиле, действительно, как Instagram. Посты, лайки, сохраненки. Классно, не знаю, мне очень нравится. Знаю, что у многих уже закончена эта раскраска, но у меня здесь пару работ буквально раскрашено. И «Сказочный мир единорогов». Здесь уже такие милые маленькие единорожики. Тоже, кстати, у кого-то уже закончено. Но у меня, по-моему, только одна картинка здесь. Они прям классные, прям такие милашные. Ну и последняя подсерия в этой серии. Это самая страшная раскраска. Мне очень нравилось оформление, что они вот такие черные. А потом взяли и сделали белую. Я не понимаю, для чего, АСТ, зачем ты портишь нервы моему перфекционизму? Первая часть ужасно прекрасная.
Мне кажется, она получилась одной из самых удачных. Но, к сожалению, все остальные раскраски получились какие-то, ну, чуть менее удачные, конечно. Не бьюти-хоррор, но все равно прикольно. Самая страшная раскраска — Зов Ктулху, Лавкрафт. Сори, не знаю. Здесь в основном морские всякие чудища. И это тоже классно, потому что в основном у нас морские всякие обитатели милые, всякие осьминожики, дельфинчики. Мне кажется, такой хоррор-раскраски не хватало. Темная фэнтези, вот эта книжка мне совсем не нравится. Здесь стиль прям, ну, прям не мое, не мое. Вот, хотя я знаю, что многим очень нравятся эти лица, там, не знаю. Мне прям фу. Купила, потому что я не знала, что там. И сейчас уже как-то не очень хочется куда-то что-то... В общем, серию эту нарушать, отдавать одну раскраску, поэтому оставлю. Но раскрашивать вряд ли буду. «Ужасы ночи». Вот эта раскраска тоже достаточно прикольная, но здесь много картинок из... Как же называется раскраска? В общем, из других раскрасок, тоже АСТ, плюс они еще и обрезаны. И вот это, «Кошмары подземного царства», вообще немножечко меня разочаровало, потому что стиль здесь классный, но здесь все так обрезано, ну вот посмотрите просто, вот, ну это неуважение, я считаю, к колористам, к покупателям, вообще к потребителям, потому что картинки прикольные и классные, но их так обрезали за счет вот этой рамочки, а картинки, так понимаю, шли формата А4, а их так обрезали вот. Даже вот эта картинка, ну вот, ну что это такое? Я не знаю. Видео получается очень долгим, но мне нужно показать вам еще несколько раскрасок Керби Розанеса, Ханны Карлсон, Марии Тролли и вот Ксении Громовой, потому что видео про раскраски по номерам, мне не очень хочется их как-то запихивать, поэтому потерпите немножечко, буквально, я не знаю сколько. Да. Раскрасочки Ксении Громовой у меня все три. Это «Мороз и солнце», есть маленькая версия «Я люблю раскрашивать Новый год». Но она действительно новогодняя, такая зимняя, вдохновляющая. Я зимой очень люблю ее раскрашивать. «Райский сад». Здесь есть несколько картинок, которые повторяются с... Ну, перекликаются с раскраской «Мороз и солнце». И несколько картинок перекликаются с раскраской «Море-море». И вот «Море-море» — это моя любимая морская тематика. Ну, мне нравится стиль Ксении Громовой, хотя он однообразный, но мне не надоедает, и раскрашивать всегда интересно. Серия экстремальных раскрасок от Керби Розанеса, и тут опять же мой перфекционизм сказал всем пока, так как «Анимарфозы» раньше выходили в разных цветах. Обложек я купила оранжевую неоновую, просто потому что она была в наличии. И даже не думала о том, что выйдет вся серия раскрасок в черном оформлении. Сейчас, конечно, очень грустно, очень обидно. Соответственно, «Анимарфоза» у меня была первой. «Метаморфоза» — мне ее подарила моя подружечка, за что ей огромное спасибо. Хотя, кстати, вот эта раскраска мне меньше всех нравится из этой серии, потому что здесь больше всего дудликов. А я не очень люблю раскрашивать дудлики, как я уже говорила, потому что не знаю, какими цветами их делать. «Мифоморфозы» — тематика мифов, мифических существ. Это очень классно, очень здорово, мне нравится. Я люблю раскрашивать вот в основном русалок каких-то. Там, ну как, я больше люблю раскрашивать именно очеловеченных существ. То есть для меня интереснее раскрашивать не вот таких, да, как там он был, Лео Кампус, вроде как-то, ну что такое. Там они в конце все подписаны, как вот здесь вот это. Вот, да. Мне интереснее раскрашивать там медузу Горгону, гарпию, там сирен, потому что они больше похожи на людей. Таких мифических существ я люблю. «Фантоморфозы» — тоненькая раскрасочка. Очень, кстати, классная, интересная, довольно креативная, как это бывает у Керби Розанеса. И «Геоморфозы». Вот эти две раскраски, так как они тоненькие, во многих странах их объединили в одну. И вот, кстати, в Финляндии видела в продаже, называется она «Колорморфия». Вот, в этой раскраске «Геоморфозы» мне нравится, что... Как сказать? Вот так, ну... Допустим, здесь животных не видно, и они прячутся вот в этом урагане.
что вот здесь пустыня переходит в море, ну, то есть вот это стиль Кербер-Занеса, действительно такое, что одно в другое, то еще куда-то и так далее. Это очень интересно, классно, здорово. И мироморфоза, извиняюсь, это новая раскрасочка сравнительно. Вот, она мне очень понравилась, прям, я не знаю. Вот еще эта идея с отсылками, что на каждой картинке есть отсылка к следующей картинке. Это супер круто. Причем на последней иллюстрации отсылка к первой. То есть такой цикл получается, не знаю, я в восторге от фантазии просто Кербера-Занеса. Мне кажется, это человек, великий просто художник. Мое мнение. Плюс раскрашивать его картинки легко, так как здесь есть такие тени, подсказочки, что куда. И поэтому для всех новичков, если вы не знаете, как приступить к раскрашиванию, то советую попробовать раскраски Кербера-Занеса. Раскрасочки Ханны Карлсон. У меня есть 6 ее книг. Это все русские издания. Не знаю, выйдет ли у нас ее сравнительно новая, которая называется «Маскарад», по-моему, что-то такое. Или «Полуночный маскарад». Ну, как-то так. Я думаю, что, скорее всего, буду покупать английское издание. Вот, ну, посмотрим. Значит, первая часть — это «Дневные грезы». У меня тоже есть обзоры на все ее раскраски, поэтому, если вам интересно, можете посмотреть. Мне нравятся, конечно, у Ханны и девушки красивые. И цветы мне нравятся, и животные у нее симпатичные. Я в основном здесь акварелью раскрашиваю, поэтому у меня часто испорчен, получается, оборот. Ну, вот здесь, допустим, видно. То есть тут уже будет тяжело раскрашивать, тем более, допустим, карандашами, но как есть. «Сон в летнюю ночь». Тоже интересная раскраска, но мне она, не сказать, что прям очень сильно нравится. Здесь как-то много рыб, допустим. Рыб я не очень люблю раскрашивать, хотя я люблю морскую тему, да, но мне не очень нравятся вот рыбы, насекомые, птицы. То есть я больше люблю людей и каких-то млекопитающих, в принципе, даже пресмыкающиеся нормально, то есть там змеи, ящерицы, это все тоже неплохо. Так, «Рассветный час». Здесь у меня есть работа, вообще одна из моих любимых. Вот это. Мне нравится в раскрасках Ханны искать какие-то такие картинки под настроение, под какое-то эмоциональное состояние. Это довольно просто сделать, потому что у нее разнообразные сюжеты, книжек много. И в любой день можно найти какую-то картинку, которая отражает настроение. Мне кажется, это очень классно. «Времена года» — у меня самая это заполненная раскраска. Мне так не нравится, что она грязная, но вот, тем не менее, желтая обложка светлая сделала свое дело. Вот, в этой раскраске мне раскрашено больше всего за счет зимних работ, так как здесь все поделено по временам года, а я стараюсь зимние работы красить зимой. То есть, ну, я прям весь декабрь, пол января, пол ноября специально ищу во всех раскрасках зимние картинки, раскрашиваю. А как-то весной, допустим, летом, осенью у меня такого нет, поэтому здесь очень много зимних работ раскрашено. Мне кажется, этот раздел будет первым завершенным. Вот. Но как-то так. «Волшебная шкатулка». Здесь в основном это девушки, какие-то такие украшения идут, какие-то небольшие картиночки, то есть... В общем, интересная раскраска, я ее тоже люблю. Мне нравятся в основном здесь вот портретные работы в этой части. Не знаю почему, мне кажется, здесь портреты особо удачные получились. И последняя, моя любимая раскраска у Ханны, на данный момент, по крайней мере, это «Тотемное животное». Мне нравится сама идея, что на каждой странице девушка и животное, которая с ней ассоциируется, так скажем, которая она представляет, ее soulmate, так скажем. Потому что, по-моему, как раз в оригинале это soulmates раскраска называется, как родственные души. Мне нравится именно идея, за это я, конечно, эту раскраску очень люблю. Вот этот разворот
просто прям потрясающий. Ну и тоже со знаком зодиака, то, что здесь можно привязать, тоже мне очень нравится. Например, вот где-то скорпион вначале был, вот, ну, вот это. Ну, краб, это ладно, где-то скорпион был. А может, и не вначале, может, наоборот, в конце. Ну, в общем, думаю, знаете. Опять же, обзор у меня был. Если вдруг кому-то интересно, могут посмотреть. Ну и раскрасочки Марии Тролли. У меня они в четырех разных изданиях. Первая раскраска «Сумеречный сад». Мне она, наверное, больше всех нравится. Не знаю почему. У нее, кстати, софт-тач обложечка. Здесь такие картинки, мне их не жалко раскрашивать фломастерами, то есть как-то она у меня под фломастеры определилась. Вот она еще появилась в тот момент, когда я красила только фломастерами, карандашами красила очень-очень редко. И здесь довольно много работ. Вот, ну, множество работ мы тут вместе с моей подружкой раскрашивали, потому что это одна из ее любимых раскрасок, и удобно красить вместе, интересно и так далее. Ну, в больницу тоже брала с собой. Вторая часть — это «Виви ищет друга», ну, или же там как-то «Приключения» перевели, «Drumrise», не помню. Это, получается, голландское издание с очень плотной бумагой. Картинки здесь просто вау, не знаю, мне они очень нравятся. Но здесь у меня сделано, по-моему, только две работы. Ну, не знаю, как-то Мария Тролли меня менее завлекает, чем Ханна Карлсон. Ну, как-то вот так получилось. Раскраска очень толстая, это тоже, ну, самая толстая из раскрасок шведских иллюстраторов. И мне нравится здесь такой корешок тканевый. Очень красиво, дорого, богато выглядит раскраска. Но она и правда стоила не очень дешево. Третья часть, если я не ошибаюсь, это «В час заката». У нас в России тоже ее перевели. Вот здесь у меня как-то не очень задалось раскрашивание. Не знаю почему. Вот эта раскраска мне не очень нравится. Хотя я уверена, что если бы она была в каком-то иностранном издании, я бы ее просто обожала. Я не знаю, почему так произошло. «Сумеречный сад» мне нравится намного-намного больше. Вот, здесь мне как-то и карандашами красить тяжело, и фломастерами мне здесь не нравится. Поэтому эта раскраска такая менее популярная среди моих книг. И еще тоже здесь софт-тач покрытие. У меня оно было грязное, ну как, я не знаю, пятна вот какие-то тут, как будто от клея. Вот, ну приятные, конечно, обложки у них, у этих раскрасок. В нашем русском издании, в оригинале не знаю, честно говоря, там обычный или тоже софт-тач. Но, к сожалению, вот такие вот гадости иногда происходят. Следующая часть — это «Ботаникум». У меня это уже шведское издание. Не знаю, мне вот эта раскраска тоже очень нравится. Возможно, тоже потому, что здесь есть какие-то тематические работы. Грубо говоря, там что-то более осеннее, что-то более весеннее. Зимние, вот зимние картинки, у меня тут даже две раскрашены. Вот, но здесь у меня тоже мало раскрашено, хотя я вот сейчас смотрю, мне очень многие картинки нравятся. Но здесь мне вообще не хочется раскрашивать фломастерами, то есть, ну, для меня жалко портить почему-то иностранные раскраски, для меня жалко раскрашивать фломастерами. Они только там для карандашей и акварели. Этим я крашу редко, поэтому книжки лежат. Ну и последняя раскраска в этом видео, последняя раскраска Марии Тролли на данный момент, хотя сейчас должна скоро выйти раскраска «Луна» или «Луна», но я думаю «Луна». Вот тоже очень хочется мне, конечно, но даже просто для коллекции, ну и просто мне нравится. Раскрасочка «Флора». Это уже английское издание, здесь тоже такой вот тканевый корешочек, но иллюстрация односторонняя, бумага не такая плотная, поэтому раскраска не толстая, как Drumrise. Здесь тоже пару работ раскрашено. Флора мне очень нравится раскраска. И не знаю почему, она как-то прям особенная. Может быть, даже одна из моих любимых Марии Тролли, вот под карандаши. «Сумеречный сад», потому что для меня это чисто фломастерная. Вот это может быть даже одна из любимых. Меня, кстати, знаете, что немножко расстроило? Что
вышло американское издание «Ботаникума». Там птичка на обложке, и там входит несколько работ эксклюзивных, которых нет в шведском издании. И мне это так разочаровало, просто... Почему? Почему их нет? Как-то надо не обижать всех остальных. Я понимаю, что это классно иметь эксклюзив с, там, грубо говоря, 5 работами. Не помню, просто их то ли 4, то ли 6. Но как же все остальные? Просто... So sad. Ну и это было все. Да, сейчас выложу обратно раскраски Мари Тролли. Чтобы вам не скучно было. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Я над ним очень долго старалась. И осталась последняя, третья часть. Я надеюсь, что она выйдет совсем скоро. Там будут раскраски по номерам, раскраски по цифрам, по каким-то знакам, точкам и так далее. В общем, если вы ждете это видео, то обязательно ставьте напоминание, нажимайте на колокольчик, и скоро все будет. Также призываю вас заглянуть все-таки в описание и подписаться на мои соцсети. А я вас всех очень сильно люблю. С вами была Виолетта. Всем пока-пока.